Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам, да. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы, Владимир Владимирович, в зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение его цели и задач. Первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта на производство. Объем инвестиций вырос на 55% и составил... Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. И передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. Я это тоже знаю. И духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется.